Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Empire and Puzzles. Как обычно, у нас трешечок. За донатик нам добавили новые итемы. И здесь именно шарик, которого мне не хватало. Мы позабираем сейчас эти все плюхи. Как по мне, реально топовые наборчики. Да, они стоят недешево. Ну и прокачки героев, соответственно, мы намного быстрее сделаем. То есть, такие вот наборы. Первый набор... Ну, такое себе, что он у нас дает, сейчас я вам покажу. Сила дракона, все, ну, то есть это расходник, 400 урона, 132 в течение 6 ходов. Ну, такое себе, амулет эпического героя, можно сделать призыв эпического героя. Тут дают амулеты эпического отряда, то есть отряды. Ну, такое. Тут по 2 дают. Но самое важное вот эти вот расходники, потому что их очень сложно заработать. Так, окей. Сейчас меня немножко выбьет. Как обычно. Сейчас мы заберем и сделаем кое-что. Кое-что злое. В Empire Puzzles. Напоминаю, игрушка в основном, то есть можно играть без доната, ребята играют и все отлично получается. Там не думайте, что она там мега донатная. С донатом тут быстрее просто прокачки у вас идут. Ну и конечно же можно воевать против других. Есть боссы, прохождение. То есть это игра, в которой можно сидеть на унитазе и нормально трешевать. Так, заберем пока это. Поехали. Подкопились у нас. IGG нам помогло. Поехали трешевать. Война альянсов начинается через один день. Вот так вот. Поэтому надо успеть, ребятушки. Итак, забрал я итемы. Где моя сумочка? Вот так вот материалы получили. Дротики. Шмотики, короче, куча всяких тем, нужных, ненужных. Я жду Атлантиду. Эмблема колдуна плюс 20 штук, отлично. Сейчас еще хочу зайти посмотреть, что там продают у нас сегодня в магазине за самики. Так, что у нас есть гарантированно? Куча инструкторов. Вот, кстати, инструктора нам сейчас нужны будут. Сила природы. Тоже, кстати, прикольная тема, посмотрите. Ну и вот это вот тоже интересное. Как минимум 3 из, давайте доберем их. Отлично, красный. Ну, набор ремесленника такой себе. Так, что тут у нас дают? Зеленые, 3 возможности призыва, ну... Не знаю. Комплект войны, кстати, интересная тоже тема. Аватары. Получить себе аватар, что ли, повелитель демонов. Ладно, давайте. Будем четкими перцами. У меня по фонам и значкам ничего нету. Ну давайте поищем уже, коли на то дело пошло. Надо хоть как-то выделяться. Ну как-то сюда не лепится. Короче, ладно. С этим разобрались, с самоцветами разобрались, ресурсы разобрались. Поехали. Let's go качаться. Нам качать надо очень много. Итак, у нас сегодня улучшение будет. Как по мне, это реально. Для меня это имба. Не знаю, как для вас, но для меня пока она самая топовая. Потому что она меня спасает. Это Вивика.
Наконец-то я собрал все ресурсы. Я сейчас качну ее на максималку. По скиллу уже восьмерочка. Let's go. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот так вот. Пишите в комментах. Ну, конечно, ставьте лайки. Есть максимальный особый навык. Максималка. Герой переродился. Отлично. Что нам следующее надо? Дротики. Дротиков надо дофига. Надо какая-то дамасский клинок. Ой, вот этот учебник мы тогда не выбили. И опять же 4 камешка. Ну и 708 хранилища у меня. Столько точно нету, но мы можем сейчас ее улучшить. Так, а этого... Сейчас я хочу этого перца. Ай! Переродить. Ага, на него надо будет часики забрать, и тоже сможем уже открыть следующий левел. Вот так. Ну что, давайте улучшим немножко Вивику. Сейчас посмотрим. Желтые есть, отлично. Смотрите, желтые инструктора. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Плюс 7200. Плюс 9. Нормально так набирается, да? Плюс 22 уровня у нас уже есть за счет 7. Можно еще одного этого мишку. Видите, мишка дает 1084. Ну ладно, я его пожалею. Оставлю, может, они мне нужны будут потом. Давайте этих. Так, на красного надо оставить. В принципе. Делаем вот так. Плюс 24 уровня. Let's go. Отлично. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Сразу же музычка у нас потухла. Так, Вивика у меня уже еще один левел надо. Ну тут, конечно, надо будет помучиться. А вот с этими двумя итемами придется позаморачиваться. Ну, ничего страшного. Скоро мы ее сделаем. 598 силы уже. Неплохо так. Первый герой, у которого будет около 1000. Так. Давайте этого. Что у нас там по зеленой? Видите, у меня зеленых нет. В общем, надо будет еще качая могильщика. Тоже нужный дядька. А как это я одного инструктора пропустил на нее? Это ужасно. Вот так вот хоть жизни стало получше. 1003. Первая 1000 жизни, максимальный скилл у нее. Вот, кстати, вот 44%, 63 деф убирает медуги. Ну, то есть с этим она мне реально очень нравится. Так, ну что, поехали дальше. У нас врата призыва. Сейчас попробуем еще выбить. Квестик у нас какой-то. Снаряжение необычное. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут дают. Атака бомбами. Супер противоядие. Ну, можно будет сейчас попробовать. Поехали, врата призыва. У меня альянс называется точно так же, как и мой ник. Кто хотел вступить, кидайте заявочки. Так, я жду Атлантиду. Ну, let's go. Что мы получим? Бум! Карил. Вот такое себе. Поехали дальше. Давай, имбу. Дава. Уже такое себе. Кайлани. Так, ну и все, и на этом все закончилось. Остальные все у меня, скажем так, нужные есть. Но надо ждать ивентов определенных, там будем уже тратить. Торн есть, Абакан есть, Соня есть. Не знаю, это дерево, конечно, мне нравится у него.
жизни прикольно. 1500. Чем мне нравится. Так, поехали дальше. Эпический отрядик. Бум. Это на прокачечку. Троечка. Троечка. Отлично. И бесплатных два призыва. Отрядики, герой. Ну, такое себе. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Поехали в крепость. Посмотрим, что тут у нас делается вообще. Ресурсов не хватает. Меня все бьют. Как обычно, обижают. Так, ну тут, видите, мы это забрали. С этого набора, конечно, надо будет... Два у меня есть. Вот этот компас забирать тоже. Ну, это завтра, можно будет какая-то смена интересная. Там порыщем что-то интересное. Так, ну что, поехали. Берикам попробуем сейчас фармануть. Вивика 600 силы. Красавица. Надо качать, конечно, ее теперь опять долго. Но я думаю, ее стоит качать. Сейчас посмотрим заодно отхил. Ее 44% она хилит. 63% дает дефа. Это немало. Хиллеры у меня уже получше стали. Пял. Так, вторая волна. Поехали. Вот был квестик эпический на ресурсы. Я его прошел. Все весь полностью там 20 за третий уровень. И там реально дают эти итемы. Самые топовые. Отлично. Быстренько мы с ними справились. Вот так чудесно боссов разбирать. Еще 200. Good. Зар good. Так, ну поехали, умеренно попробуем. Давайте на авто посмотрим. В общем, такая вот, ребятушки, игра. Кто не играл, забегайте, создавайте кланы, альянсы, будем фаниться. Она не требовательна, не надо, знаете, там сильно задротствовать. Хватает день, два, три раза зайти, пофармить титанов, там побегать в близких каких-то мероприятиях, и не отнимает много времени. Чисто, знаете, так по фану покачать героев. Дальше будут следующие прокачки, которые вы видите. То есть игра действительно интересная, затягивает, и не настолько потянут, ну, завязана на донат, как битва замков. С донатом везде легче, экономия времени. Но тут, конечно, и без доната могут себя нормально чувствовать.
Все, пишите комменты, ставьте лайки, я уже дальше буду проходить. Всем удачи, всем пока.